Долгожданный концерт народного артиста РСФСР баритона Сергея Леферкуса собрал многочисленных почитателей его уникального дарования. Здесь можно было увидеть не только жителей горок Ленинских, но и его поклонников из Москвы и регионов России. Сам же музыкант с радостью принял приглашение выступить в музее-заповеднике. Я очень люблю это место, и мы здесь третий раз, но так получилось, что все время мы приезжали зимой или ранней весной, был снег, мороз и так далее и тому подобное, а сейчас вот увидели во всем, так сказать, пышном, блистательном свете это место, которое нам очень нравится. И вот концерт начинается. С экрана монитора прозвучали созданные Сергеем Леферкусом интерпретации ролей Онегина, Рангони, Скарпия, Мефистофеля. И, конечно, в живом исполнении Сергей Петрович подарил аудитории лучшие образцы оперного творчества. Такой формат встречи, совмещение концертных выступлений в записи и живого пения – особая задумка автора. Она позволяет как можно лучше проиллюстрировать его творческий путь, который, к слову, длится уже более 50 лет. По окончании музыкальной части Сергей Леферкус ответил на многочисленные вопросы почитателей и представил свою книгу под названием «Трудно быть злодеем». А почему же злодеем? Тенора – герои-любовники, басы – благородные отцы, а баритоны – злодеи, так сказать, из-за которых все несчастья случаются. Зрительный зал был покорен, ведь это действительно редкая возможность соприкоснуться с удивительным певческим талантом, который, к тому же, сочетается с замечательным актерским дарованием. Концерт мне нравится, голос мощнейший, он голос свой не потерял, конечно. Звучит великолепно, и я смотрю, что он исполнял и с кем он исполнял. Конечно, великий певец, великий баритон наш. Мало то, что живем второй раз на таком концерте, так без микрофона сейчас услышать певца – это просто редкость. Это вообще уникальный баритон по своей мощи, по своей миссии, по своей культуре, выражение музыки, слова. И вот эта вот культура... Ну, можно сказать, европейская, наверное, культура, а по сути дела это просто мировая культура. Вот он и несет в себе вот эту музыкальность потрясающую. Музыкальные сезоны в горках Ленинских еще не раз порадуют аудиторию уникальными концертами. Так, в частности, уже полным ходом идет подготовка к джазовому фестивалю, который состоится в июле. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Ольга Садовская. Видное ТВ.